Вот, чуваки, такой вот вам сейчас сделаю информативный ролик. Я прогуливаюсь с Рогером по работе, да, среди дворов. Вот, видите, такой дворик, да, и нигде во двориках машины не стоят. Нельзя во двориках ставить машины. Ну, тут как бы стоит одна машина, вот эта вот. Но она, видите, разгружает что-то, поэтому это делать можно. А иначе стоять во дворах, да, парковать машины нельзя. Вот такой вот дворик. Все так прибрано довольно-таки. Типа так чистенько, да. Вон Рогер идет. Ну, ну видите, он, штаны у него как у негра. И идет, сука, как обосранный. Баклан, сука, тупой. Ему говорить бесполезно. Ладно, хер с ним, ролик вообще не о нем, как бы, а о двориках. Что это такое было? Что, он дебил, что ли? О, дебил. Вот. Сейчас вам кое-что еще покажу. Вот на таких вот тачках развозят почту почтальона, видите? Такая вот тачка. Мопедик такой, мотоциклик. Видите? Кто любит моцики, да? Вот, пожалуйста, вам. Заодно обзор на моцик. Вот такие вот везде, видите, таблички. Парковка запрещена. И я вам сейчас покажу еще одну табличку. Еще две таблички даже покажу вам. Вот. Верхняя табличка. Вот эта вот верхняя. Обозначает, что эта дорога зимой песком не посыпается. А нижняя написано, что выгул собак запрещен. Вот. Ну и тут так травка подстрижена, видите? Вот. Травушка подстрижена. Здесь идут две архитектурки, видите? Вот. А вот это вот справа, это темнокожая наша подруга, да? Если вы обращаете внимание на детали, да? Вот рука у меня, у нее темная, да, которая держит велосипед. Вот, она только что одела капюшон, чтобы, не дай бог, я ее не поснимал. Вот. О, ментовский вертолет полетел. А вот парковка для автомобилей, видите? Вот эти все парковки, да, не просто так приехал и поставил. Это вот конкретно у каждого человека своя парковка, за которую он платит. Ну, в этом месте это не центр. Ну, не знаю, где-то евро, наверное, 40 в месяц платит за такую парковку человек. Вот просто за место. Она не охраняемая, ничего. Просто, чтобы ты приехал с работы и знал, что у тебя твое место есть. За 40 евро в месяц где-то. Вот. Ну, ладно, чувачки. Вон красная куртка с женской рожей. Все, давайте.